Ребят, вот сегодня вышел ролик про то, как мы доставили машину Николаю в Северную Осетию. Огромное вам спасибо за ваши комментарии. Только вот мне, честно сказать, неудобно, когда вы пишете спасибо Герасиму, какой ты молодец, там прочее, прочее, прочее. Для того, чтобы эта машина оказалась у Николая в Осетии, сделано очень много работы и очень большим количеством людей. И в первую очередь, ребят, вами. Без вас мы бы, наверное, ничего бы не сделали. Ну, потому что, может быть, не потянули бы сами эту сумму денег, там, может быть, не было бы стимула такого. Ну, вы говорите спасибо, что помог Николай. Нет, ребят, мы помогаем себе. В первую очередь мы помогаем себе не быть черствыми, не зачерстветь душой. И вот такие вот поступки, делая время от времени, мы в себе это стимулируем. Это вот как, если не тренировать какую-то мышцу, она атрофируется. Также и доброту в душе надо тренировать. Надо делать какие-то усилия для того, чтобы мы не забывали, что такая мышца у нас есть. И постоянно ее сокращать. Мишане спасибо. Вот он два раза не смог поехать, но он делает другую важную и нужную работу, которая также дает возможность нам делать вот такие вот добрые дела. Спасибо людям, которые перегоняли с Владивостока эту машину, которые ее выбирали. Вам всем спасибо, потому как без вас мы бы не смогли собрать такую сумму для того, чтобы приобрести этот автомобиль. Спасибо Николаю. Спасибо за то, что Николай, ты нам даешь возможность тренировать мышцу добра в душе. Вот эти вещи я и хотел сказать. Ну и давайте я вам покажу маленький фрагмент. Это Николай просил меня вставить видео, я его не успел. Он хотел тоже вам передать свои слова благодарности. Всем привет. Ну что, друзья, сейчас поедем ставить машину на учет. Я еще до сих пор в себя не пришел, короче. Не знаю, как объяснить свое состояние, но мне пока не верится еще. До сих пор, несмотря на то, что уже все общупал, все практически облазил. Ну вот так, короче. Вы подарили мне огромное счастье. Вы как своим примером показали для многих, что нужно быть добрее. И окружающим тоже показывать, что добрые люди существуют на этом свете. И нужно становиться добрее, не быть злым. Добро это приятно очень делать. Успейте сделать добро. А потом, а то поздно будет. Жизнь так коротка, нужно ее прожить так, чтобы вам было не стыдно за это. Огромное всем спасибо. Вы подарили нашей семье огромное счастье, которое невозможно выразить словами. Я просто не смогу найти, подобрать каких-то слов. Вот чисто, как сказать, от души. Вот что идет из души, то я вам и говорю. Огромное всем спасибо, дорогие друзья. Вот вы правда, вы сделали такое большое добро. Я до сих пор в себя не могу прийти. Когда вчера Герасим пригнал машину, поверь, меня сразу в шок. У меня подскочило, правда, давление. Хотя и думали, скорую вызывать, наверное, придется. Так что вот так. Спасибо большое всем. Всем. Кто как бы не делал добро, поверьте, друзья, успейте его сделать. Вы не пожалеете. В общем, ребят, делайте добро и бросайте его в воду. Кратко, сестра Таванда. Да, и еще там есть такие комментаторы, которые пишут: добро на видеокамеру, недостойный поступок. Ребят, мы хоть такие поступки делаем. А что сделал вот этот писака, кроме как написать этот комментарий? Ну и потом причина показать все это в видео,
Не для того, чтобы обелить себя, а все-таки мы перед вами тоже несем ответственность. Мы организовали сбор этих средств, и мы вам показали, куда ушли эти деньги. Тут все честно. В общем, желаем еще раз всем тренировать душевную мышцу. Николаю добра, Ольге большой привет, супруге его. И, кстати, ребят, у Николая 19 марта день рождения. Поздравляйте его. Заходите к нему на канал и поздравляйте 19 марта. Ему будет очень приятно. Все. Всем счастливо. Все, ребят, всем пока.